Войдите. Да, Джек, есть какие-нибудь новости? Да, сэр. Мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзои. И? Оба агента были схвачены и удерживаются в замке Вольфенштейн. Черт, созывай совещание, Джек. Да, сэр. Что ж, джентльмен, теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот то, что мы знаем. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии, собственность Гиммлера. Мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн, но мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления о том, что там проводятся странные оккультные ритуалы. Эти лица входят в недавно созданную Гиммлером паранормальную дивизию СС, небольшую, но элитную группу, состоящую из людей с IQ выше среднего и занимавшимися ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. Во главе стоит вот эта женщина. Хельга фон Булоу, наш человек в Крайзой из одной деревни ниже замка, информировал нас, что она и другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем — это Вильгельм Страссе, также известный как Голова Смерти, яркий, но жестокий ученый, возглавляющий отдел особых проектов Гиммлера. Особых проектов? Это так определенно. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. Прелестно. Но на сей момент мы не знаем, как это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Вольфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования, а теперь и оккультизм. Все это ни о чем не говорит. Поэтому мы послали туда наших парней. Джек, что мы можем сделать? Мы можем послать спасательную группу. Или? Или ждать и надеяться, что они выберутся сами. Как скажете, сэр. Что ж, я думаю, нам лучше подождать.